товарищи, знатоки кошачьих вкусняшек. Я пришла в магазин. Мы раньше покупали Пурина корм, по-моему. Сейчас я беру вот такой вот Монже. Ему он ест отлично. Отлично ест. Вот, кстати, в баночках ест хорошо, а в паучах ест очень плохо. Вообще практически не ест. Вот такой вот кот капризный у нас. Вот этот иногда покупаем. Ест. Вот этот иногда ест. Но этот он съедает полностью. Полностью вот и до. А вот эти вот там что клюнет и так остается, потом выбрасывает. Когда прихожу в зоомагазин, вот в Адмирал, корм покупаю, не могу никак пройти мимо аквариумов. Я люблю рыбок, но сама я них не готова. За ними ухаживать. У нас раньше был карась, да, или как? Нет, иска. Да, карась. Карасик маленький. Мне принесли карасей на уху. Я стала разделывать, и один живой оказался. Я его банку опустила. Он у нас прожил где-то около месяца. Потом мы его сюда в магазин унесли. И он здесь вот в аквариуме вместе с другими карасиками плавал. А, карасиками, говорю, с другими рыбками плавал. А потом куда-то делся. Но нам сказали, что его купили. Упал в хорошие руки. Да. Смотрите. Это рыбий мир. Рыбий мир. Да. Кстати, из всех фильмов о животных я больше люблю фильм про моря. Как там в глубине живут. А это попугайчики. Сейчас иду, подожди, налюбуюсь животными. Я люблю за ними наблюдать. Морская свинка. Я против. Кстати, птиц. Но они погибнут в этой живой природе. Как они погибли? Ой, какие интересные. Это кто? Амадины. Амадины с такими красными клювиками. Классно. А еще я люблю змей смотреть. Она не все время прячется. Вот одна сейчас. Она пытается здесь просунуть. Смотрите. Смотри, здесь есть отверстие. Смотри, змея. Молочная какая-то змея. Иди сюда к нам. Иди к нам. Мы тебя снимем. Ой, какая красивая. Иди к ней, укуси ее. Не надо меня кусать. Я добрая и хорошая. Я люблю животных. Вот она, видите, все. Пробует на зуб. Интересно, она сможет языком отодвинуть вот эту вот стекляшечку? Посадили в тюрьму животных и птиц. Нельзя. Я, кстати, все время здесь прихожу, но все здесь спят. Первый раз вот вижу, что змею, которая ползает. А вот здесь у них хамелеон живет. А, кстати, ты хамелеона вот здесь видишь? Потому что мы тогда смотрели, искали, и так и его не нашли. А он есть. А он есть. А ты его видишь? Может, и нет, он есть, есть, точно здесь есть. Я в прошлый раз тоже приходила, спрашивала, они сказали, что он тут есть. Но я его так и не нашла. Ну и все, пусть люди ищут. Да ну ладно, змеюка, пойдем мы от тебя, пожалуй. А это крашеные лещи в маленьком возрасте. Слушай, это как таранька вообще, вот это смотри. Лещ, это маленький лещ, покрашенный. Это он вырастет, красиво, будет большим. Вообще. Они такие красивые. Смотрите, немножко затемню. Астронотус. Вот такой. А это бородоед какой-то, бородоед. А это данко. Светять. Данко, наверное. Да. Разные тут написано. Светящие, да, тут разные. Вот эти шустренькие. Гупи. Ну, гупи, они, я помню, с детского сада еще гупи всегда были. У нас в детском саду аквариум был. А я думал, гупи. Вам, я думал, вас кормили. Нет. Да.
Вообще залипательное видео. Можно просто смотреть, не уходить отсюда. Смотреть, смотреть, смотреть. Так. Ест. Ага. Морская свинка. Может, ей неудобно? Что-то там пытается, да. Ой, а вот это мышки у нас же были, у нас же крыс дома был. У нас был крыс, только он был бело-черный, но не с красными глазками. А потом у нас появился кот. Этот тип млекопитающий вызывает отрицательные эмоции. Не, он умный был, вообще умный. Его даже кот боялся. Он был главный в доме. Вот у нас типа такого же был. Вот смотри, да? Бело-черный. Да. Но с темными глазками. Вот такой. Уходить на пес. Ну ладно. Насмотрелись. Получили дозу позитивных эмоций. Теперь выходим.